Список отремонтированных дорог в этом году пополнила улица Бакамбаева. Асфальтовое покрытие уложено от проспекта Мира до Некрасова. Построенный мост. К Новому году будет завершена и реабилитация улицы Льва Толстого от Ибраимова до Шабдан-Баатыра. Все это за счет китайского гранта. На 30 же миллионов долларов турецкого гранта реконструировано свыше 30 километров дорог. Сейчас уже ждем грант с Китайской республики. Мы предусматриваем три улицы. Это Джукеева-Пудовкина от Токомбаева до Ахумбаева, Ауэзова от Горького до Салиева и Молодая гвардия Махатма Ганди. Это от Джибекджолу до села Маевки. Это первый этап ожидаемого гранта. Из республиканского же бюджета предусмотрено 80 миллионов сомов. На эти средства проведен капитальный ремонт на 5 километрах дорог в жилмассивах Алато и Ахбата. В этом году на строительство дорог из городского бюджета выделено 150 миллионов сомов. Из них 30 миллионов были направлены на ямочный ремонт. На 114 миллионов реабилитировано свыше 2 километров улицы Токтагула. Здесь также проложены тротуары и установлено освещение. Общая протяженность дорог Бишкека около 1400 километров, не включая улиц жилых массивов. Лишь 200 километров из них находятся в удовлетворительном состоянии. Около 600 километров отслужили тройной срок эксплуатации. Строительство внутренних дорог, ну, в какой-то мере увеличилось, но не настолько. Во-первых, остановки не приводят в порядок. Ниже бульвара Молодого, короче, в сторону в объездную, там ужас, ужас, ужас. Чуй проспект делали все. Советскую делали, как бы то ни было, Манаса сделаны, а сейчас практически-то... Бакамбаева делали. Ну, Бакамбаева сейчас делает, хорошо. Ну, сейчас уже сколько... Ну, темпы не те. Тем не менее, статистика гласит, что с каждым годом протяженность отремонтированных дорог увеличивается. Если с 2005 по 2009 годы было построено свыше 18 километров, то за последние 4 года 123. Дамира Базарбаева, Алмаз Кариев, Общественный, Первый канал.